Люди творческих профессий 25 марта отмечают профессиональный праздник. Работники культуры – понятие обширное. В эту категорию входят артисты, танцоры, певцы, библиотекари. Список можно продолжить, но главное заключается в том, что все эти люди своим трудом сохраняют и приумножают духовное наследие страны, несут культуру в широкие массы. Сегодня глава района Заур Хамирзов поздравил наиболее отличившихся культработников с их профессиональным праздником. Поздравлением присоединился и председатель Совета народных депутатов Александр Брянцев. За большой личный вклад в развитие культуры района, образцовое исполнение своих профессиональных обязанностей, почетными грамотами администрации и Совета народных депутатов были награждены культработники Кашхабльского района. В завершении своих коллег с профессиональным праздником поздравил начальник управления культуры Рауф Хурия.